Привет! Привет! Я неспроста танцую, я танцую, потому что к нам пришло письмо от Агафоновой Сони, от нашей подписчицы и зрительницы. Соня, привет! Большое спасибо тебе за письмо. Сейчас мы посмотрим, что в нем. Кстати, если кто-то захочет еще прислать нам письмо или, может быть, даже посылочку, бандерольку, пишите об этом в комментариях под этим видео, и я дам вам адрес. Мама, тут столько марок. Да, кстати, наверное, с большой суммой марок не было, и мелких нам тут поналепили по 1 рублю важно. Кстати, давайте посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. То есть здесь 20 рублей и 50 копеек. Все, давайте о важном. Да, смотрим. Соня из Москвы. Покажи. Мама, покажи. Нам прислали баксы. Соня. Настоящие. Мани-мани-мани. Настоящие деньги. Нет, не настоящие. Это записные листочки. Конечно. Не будем мять. Не, пожалуйста. Записочки. Так, смотрим дальше. А, прилипли стикеры. Стикеры. Покажи. Розовенькие. Стикеры. Бум. Бум. Бум-бум. Да. Ами там. Иду в нее письмо. Дописано Долгиной Ане. Так. Покажи. Кукуча наклеек. Кукуча. Кукуча наклеек. Такие куколки. Я хочу. Сейчас, подождите, я еще покажу. Я хочу такие девочки. Из этих одну хочу. Соня, большое тебе спасибо, потому что девчонки, как видишь, в разных. А это тогда уж маме, ладно. Одна такая. Одна большая Винкс? Да. У тебя, кстати, постельное белье Винкс. Так, это? Что, фоточка с танком? Танк? Что это? Танк. Танк? Марк, что это? Танк. Ну, это потому что Ника сказала первое неправильно. Это пушка. Пушка. Это царь, пушка, самая большая пушка. Царь? Стоит на территории Московского Кремля. И, по-моему, она ни разу не стреляла. Я могу ошибаться. Если что, поправьте меня в комментариях. По-моему, она так ни разу и не выстрелила. А может, один раз выстрелила, не знаю. Можно маму вашу загрузить туда и выстрелить. По-моему, я там запросто помещусь на самом деле. Так, дальше. Покажи. Бумажка. Что там написано? Распишись тут. Нет, написано все нормально, это я так читаю. Распишись тут и отправь обратно. И сердечко. То есть мне тут нужно что-нибудь черкнуть Соне в ответ и расписаться. И самое главное — это само письмо. Письмо. Соня разрешила его прочитать, так что я буду читать. Привет, Анна, меня зовут Соня, я из Москвы, мне 10 лет. В этом году будет 11. Мне очень нравятся твои видео, они очень вдохновляли меня, когда это требовалось. Кстати, у меня тоже есть канал, он называется Соня Рейс. Подпишись, не скупись, вам просто нам приятно. Оставьте на приложенном листочке роспись. Вот он, приложенный листочек, как я понимаю. Напишите Sony от Anna Pewenage. Ну, я, может, еще что-нибудь напишу. Не, ну, может, на этом листочке именно это напишу, но еще и ответное письмо мы ей напишем, отправим. Может, тоже какие-нибудь стикеры положим на клеечки, да? Да. Да. Жвачку. Орбита, она плоская, в письмо входит вполне. Ну, в общем, Соня, будет тебе письмо ответное. И отправьте обратно, я буду очень рада. Да мы-то как рады, что ты нам прислала письмо. Это правда очень не передать, как приятно. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи, успехов и процветания каналу. Пока. Сердечко, смайлик с языком. Классно? Соня, обязательно мы тебе отправим ответ с сюрпризами. А пока... Давайте передадим зрителям привет, кто просил об этом в нашей группе ВКонтакте. Давай. Итак, передаем приветы Софье Манджиевой, Маше Топчила. У нее, кстати, канал Маша Шоу, она просила об этом сказать.
Илья Фатеев, Александра Смирнова, Ксюша Давыдова. Привет! 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 Почему я одна? Все твоя тетя! Дальше. Ника Самсонова, твоя тетка, да. Кристина Огородник, Ксения Карамышева, Даша Носова, Валерия Шинкарева. Привет! Всем привет! Ну что вы все умерли, что? Давайте привет! Извините, если чье-то имя или фамилию произнесу неправильно, ты что, хочешь съесть Пикачу? Не надо. Фу, Иришка! Боже мой! Я это не вижу. Итак, еще нам троим людям еще надо передать привет. Кушай его. Привет! Привет Валерии Головня, Алине Захаренко и Оле Михалевой. Всем вам, девчонки и мальчишки, привет! И всем нашим зрителям и подписчикам большое привет! 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 Три, четыре, раз, два, три. Позитива, ассорти. Улыбнись, скажи, давай. Настроение повышай. Три, четыре, раз, два, три. На канал наш заходи. Лайк, подписку нажимай. С нами вместе.